Добрый день, дорогие друзья. Захотел сегодня сделать ролик в необычном формате, показать, а что мне, в принципе, присылают ВКонтакте вот мои подписчики замечательные, что присылать стоит, а что присылать не стоит. Я еще не читал те сообщения, которые вы сейчас увидите. Надеюсь, что таким образом мы никого не подставим. Итак, поехали. Почему все денежные потоки направлены туда, в моем родном городе, нет денег на поддержание того, что уже есть? Что за оптимизация такая? Заранее вам спасибо за освещение ситуации. Речь о каких-то заводах. Вот видите, вот сколько времени уйдет, чтобы вот это все прочитать. Так. Ну, будут какую-то школу строить. Исследовательский корпус для сотрудников Татнефти. В чем вопрос, непонятно. Нужно делать... видеообращение. Так, Елена. Доброй ночи. Крик души. Юрист. Общается с МЧС. Посмотрим, что тут за юрист общается. Вот смотрите. Видео длится полчаса. Это уже понятно, что это не поймешь. А, вот я могу неправильно попала. Мне нужно общение по телефону. Значит... Общение по телефону — это дико скучно. Полчаса слушать, а кто-то говорит по телефону с плохим качеством. Это не подходит для нашего канала. Просто, ну, не подходит. Даже, на мой взгляд, 17 тысяч просмотров — это довольно много для такого качества видео. Так, вам дорога ваша жизнь. Принудительная вакцинация, опять и чипизации. Так, это все уже было 100 раз обмусолено. Приветствую тебя. Так. Спасибо, Артём. Критикует нас, наш канал. Так. Приветствую, Павел. Я не рассчитываю на ответ, так как понимаю. Так, у меня просьба есть проинструктировать, заняться общественной деятельностью. Я занимаюсь тем, что пытаюсь расшевелить свое близкое окружение. Так, необщителен. Наставление для маленьких городов. Изучите, что уже есть в вашем городе. Вступите в движение, партию. Так, завод за 1 рубль. Так, почему маркировку? Так, лекарства уже отложили. Не точная информация. Так, завод за 1 рубль. Угу. Нет, ну если вы покупаете квартиру, например, за 1 рубль, но на этой квартире висит долг по коммунальным платежам, например, 5 миллионов рублей. Сколько эта квартира и должна стоить? То есть здесь именно такая ситуация, скорее всего, сложилась. То есть завод с серьезными долгами. И получается, что новый владелец должен будет постепенно погашать эти долги. Тогда это нормальная сделка. Павел, вот что я должен с этим делать сообщением? А, я должен вот это все изучить? Надо все вот это изучить и ответить. Ну, ребят, в другой раз. Посмотрите про горе врачей. Вот интересно вам про горе врачей, друзья? Я думаю, не очень. Я не смотрю такие ссылки про горе врачей. Про обыски, это я уже знаю, это я уже... читал. Так, нацизм.
Чипизация опять. Спасибо, мы об этом говорили уже. Спасибо, благодарю. Это ответ для всех, кто считает, что я не отвечаю на сообщения сам. Просто это много времени занимает. Так. Так, 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 так. Откуда деньги? Найдите статью, статьи по этой теме, или никто вообще не затрагивал. Может быть, интересно, но не факт. Вот что это за ссылка, зачем мне ее открывать? Власти города Тольятти боятся его жителей. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Угу. Ну, это как раз к вопросу социального взрыва, что сейчас везде, по всей стране, люди уже не в состоянии терпеть этого бреда, и власти прячутся. Да, понятно. С нарушением проводятся публичные слушания. Так. Как быстро завершить эпидемию? Китайцы арестовали высших чиновников ковидобесов, которые раздули коронапанику на весь мир. Так, очень зацепил ваш открытый микрофон. Так, 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 так. Так. Девушка из Бурятии. Где-то у меня были ее контакты, но я не помню где. Поищу. Новая инициатива разрешить стрелять человека без маски. Ну, что это за бред? Ну вот, смотрим. Вот это видео наверняка какой-то бред. Дорогие друзья, мне снова приходится возвращаться. Публично обвиняю СМИ в причине тяжкого вреда. Ну кто вот это написал? Право применять оружие против антимасочников предлагает. Кто предлагает? Какие-то правозащитники? Ну какие-то правозащитники неадекватные, захотели хайпа. Придумали какой-то бред. Не обращайте внимания. Если бы это в Государственной Думе предложили, это я могу понять. Стоит рассмотреть, а так нет. Да, про это мы с Михаилом Геннадьевичем Делягиным вчера говорили. И этот вопрос обсудили. Платошки она оставили, да-да-да, все по барабану, возмущайтесь, закон не для нас. Была бы нормальная в стране оппозиция, может быть, людям бы и не приходилось выходить на митинги, может быть, можно было бы как-то по-другому вопросы решать. Так, в фильме есть документы. Так, я Гаспара Авакяна уже не раз и не два выражал ему поддержку. Всем, ребята, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, то есть это нас приглашают в партию Матери России. Впервые о ней слышу, не верю, что это серьезный проект. Это скорее дробит электорат. Президент России Путин, чего, не может стать добровольцем? А, ну про это уже все сказали. Так, про Новокузнецк мы тоже знаем. Так, это анонимно, это мы не будем читать. При вас. Новая инициатива. Право стрелять. Да это бред. Так. Павел, здравствуй. Так, сделал прививку от коронавируса. А, ну, отлично. Угу. Угу. Человек умер, потому что у него был диабет. Он сделал прививку от коронавируса. В мае ему исполнилось 62 года. Замечательно. Есть доказательства, документы. Так, добрый день, Павел. Так, это нужно... Что-то тут много всего. И все по совершенно разным темам.
Новые люди — это проект Кремля. Так, это что такое? Так, да, уже слышали. То же самое все присылают. Чебоксары закрыли суд. Понятно. Про нашу экономику. Если вам не интересно или нет времени просматривать, дайте знать. Какой у нас бензин? Так. Мне интересно. Так, а где наши российские блогеры? Так, я не считаю, что восстанавливать СССР, как это предлагают граждане СССР, что это хоть к чему-то хорошему приведет. Бред, ни к чему это не приведет. Здравствуйте, возможно, вас заинтересует ситуация в глубинке Кузбасса. Налоговый. Так. Ну, это сомнительная вещь. Все-таки кто эти деньги-то в бюджет заплатит? Это же кто-то конкретный заплатит. Не скажется ли это на простых тружениках, опять же? Да, конечно, хорошо, если в местный бюджет вместо 2 миллионов рублей будет 330 миллионов рублей, если брать по минимальным оценкам. Но, простите, это очень сомнительно. Ну, как бы, откуда эти деньги-то возьмутся? Так, здравствуй. Так, да, про Новокузнецк в курсе, что там жара жаркая. Спасибо за ваш ролик. Это я снимал про ЖК Яркий. Почему вы не освещаете новости о том, что творится в Приморском крае? Ну, слушайте, ледяной дождь накрыл Владивосток. Что об этом я еще могу рассказать? О том, что власти неграмотно реагируют. Вот про это я рассказывал. И несколько раз уже мы про это упоминали, несколько раз. Но пересказывать вот это погодное явление, как там сейчас страшно, зачем это делать? Просто пощекотать людям, кого это не коснулось, нервишки или зачем? Просто логику мне хочется понять. Вот смотрите, мы уже 12 минут общаемся, еще 82 сообщения. Приветствую, Павел. Благодарю за добавление в друзья. Бредовым новый вирус. Так. Вторым письмом у моей супруги общую картину. Заболевает, кто-то выздоравливает. Ну, таких историй, ну, огромное количество человек. Огромное количество человек рассказывают. Так, здрасте, Павел, нашу доблестную полицию. Что там доблестная полиция? Покажите ваш. Строила. Покажите. Вы почему мне грубите-то? Документы мне покажите. Дай свои документы. Хорошо? Ничего не понятно. Документы. Заснять качественно не Полиция. удалось. За 14. кадром только какой-то разговор. Нет, товарищи, этого нам в выпуск не пойдет. Так, враг не дремлет. Что там такое? Ага, понятно. Понятно. Какие-то эти товарищи подделываются под Аврору. Мошенники. Будьте осторожны, товарищи. Так, да, Массандру приватизируют, тут ничего не попишешь. Большие деньги. Павел, добрый день. Вы считаете меня неким болтуном? Ну вот напишите мне, товарищи дорогие, в комментариях, насколько вам интересно, например, про Армению. Вот насколько вам интересна тема Армении, чтобы ей, вот там, не знаю, раз в неделю посвящать ролики. Вот насколько вам интересно про Беларусь послушать, посмотреть, что там происходит. Ну, на мой взгляд, вот есть темы, которые просто не заслуживают уделять им так много внимания, особенно учитывая, как много важных тем происходит у нас прямо сейчас в стране. Вот для справки у меня есть передо мной вот такой листочек. Каждый квадратик на этом листочке — это какая-то тема. То, что уже заштриховано, это то, о чем я уже сделал видео. У меня еще
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 18 материалов. Может быть, какие-то из них будут объединяться потом по каким-то критериям. Ну, 18, понимаете? Еще про Армению рассказывать. Друзья, бред. Да-да-да. Василий Садонин. Так, ага. Сразу репостил, а тут только увидел. Так, так. Здравствуйте. В Татарстане, Казань, действия. А, вот, под шумиху они начали строить мусоросжигательный завод. Вот это серьезная тема. Про это обязательно надо рассказывать. Вот это очень, очень важно и серьезно. Просто, ну, совсем. Угу. Так, так, так. Да-да-да, РТ Инвест. РТ Инвест. Губернатору обращение в связи с вашим обманом. Нас относительно ремонта дорог требуем отсыпать гравием йен для налаживания автобусного сообщения, доставки детей в школу. А-а-а. Ишь ты. Вот это интересный момент. Это то, что уже люди совсем доведены до предела. Они, видите, кирпич кидают в здание правительства. Это серьезно, да. И спасибо, конечно, тем людям, кто меняет аватарки на такие же, как у меня, как я предлагал всех поменять. Так, так. Добрый день, Павел. Отправил ссылку на материал по оптимизации транспорта в Бердске. Угу. А, да. Треть бюджета под одного перевозчика выделить хотят. Это сильно. Сильные аппетиты, мощные. Так, значит, об этом тоже надо будет поговорить. Новокузнецк. Чиновница орёт. Это про это. Так, Егор. Это я потом буду смотреть. Я знаю, что он мне прислал. Сегодня вопрос, почему так. Ну, как же ж, потому что коронабесие. Так, это личное. Так. Так, так, так. Тут не подскажу. По химии бы подсказал, по биологии у меня не хватает компетенции. Я все-таки больше химик, чем биолог. Вот, вот человек как раз биолог пишет. Многое пыталась донести до людей, всегда ругал врачей, прекрасного комедии. Угу. А мы не можем опубликовать на Ютубе ролики от простых врачей. Все, что про коронавирус, это жесткая цензура сейчас. Мы не имеем возможности это осветить. Вам что-то известно про это расследование Fates and Documents Мануэля Ратье о глобальных экономических, социальных, финансовых изменениях, материал обычного смысла происходящего за пределами нашей страны, Катихон. Так, и что это такое? А, ну это конспирология. У меня нет времени отвечать на такие сообщения. Спасибо. Тут можно какой-нибудь... смайлик отправить. Павел, привет. Сейчас мне звонили, в чем вопросы. Возможно. Павел, здравствуйте. Интересно, что заработано. Может, я нужно, как она плачет, могу ходить для охраны. Понял. Конкретных вакансий пока нет. Буду иметь в виду. Если кому-то нужен хороший, подозреваю, неплохой охранник, водитель, помощник, то вот Василий Бурков ВКонтакте. Может быть, кому-то, у кого-то есть вакансия. Так, про это мы делали ролик.
указ президента, где маски не нужны. Но это бред, это сейчас не поможет никак. Диверсия, официальные документы Всемирного банка, это я знаю, о чем речь. Королева Елизавета, про это мы с Делягиным общались. Опять же, так что такой бор какой-то. А, это нодовцы. Ну, о, какая фотка. Отечество важнее всего. Серьезное лицо сразу видно. Павел, у меня появился вопрос. К сожалению, есть. К сожалению, да, у России есть неиспользованные 13, но сейчас эта цифра увеличилась. Есть 15 триллионов рублей, огромные деньги. 15 тысяч миллиардов рублей, друзья. Они реально есть, но их никто не использует. Артем Морозов, мой бывший ученик, сейчас активист революционно-рабочей партии, но это я его не агитировал. А, так, это же это. Они про забастовку хотели, чтобы я рассказал. Вот я это уже до середины досмотрел. Надо будет потом, наверное, мне сделать нарезочку. Рассказать, что там за забастовка. Да, Балашиха это прям вплотную к Москве. Здесь тоже у нас проблемы. Так, Павел, как тебе такая новость про Дегтярева? Какая новость про Дегтярева? А, ну да, не дал отмыть бюджетные деньги, конечно. Испугался он, дали ему по шапке за такие инициативы, 33 миллиона на охрану. А, что там такое-то? Ну вот смотрите, а, это Елена Рохлина, раздутый эгоизм. Где конкретно, о чем речь идет? Смена системы, о чем? Какие-то, вот просто какие-то эмоции. Не знаю. Не знаю, что делать с этой информацией. Единый документ того, что происходило. Евреи проговорились. Это, ребят, не ко мне. Белорусская милиция прислала протокол мужчине, который умер 7 лет назад. Если бы это была российская полиция, я бы рассмотрел. Белорусская меня мало интересует. Так, ладно, это я потом посмотрю. Товарищ хочет активно работать. А, да, взрывают на карьерах. Зеленый щит Башкортостана. Да, возможно, из этого мы тоже потом сделаем ролик. Так, доброе утро, Павел. Еще одна особа, которую можно показать народу. Давайте глянем. Русская сталь. Что мы теряем, ну, поколение. И посмотрела. Сегодняшние молодые люди – результат воспитания системы обнуленного. Сегодня они становятся воплощением тех Эллочек-людоедок, только гораздо человек. Страшнее. Особенно деточки высшего калибра. Уважаемый зритель, если вы имеете собственное мнение и хотите отставки нынешнего правительства, попрошу вас поставить лайк и не оставаться в стране. Эту правду должна увидеть вся страна за ее пределами. Речь так я про камера. Это она уже подробна. Делал видео. Умеет. Ей, видимо, этого не дано. Не смог порешать ни дядя, ни папа. Симпатичная. А вот мозг и интеллект отсутствуют по каких современных положений. Нас хватает. Не переживайте. По 4 часа я бы... А люди так и продолжают тратить так на это. Так это сделано, видимо, по мотивам моего канала. Как можно потому лайков. Что у меня в одном очень ролике хочется, была чтобы... сначала эта девчонка. Позволяй. А вот эта, которая скоро станет судьей. А потом была вот эта девчонка из Омска. Или это было два разных моих ролика. Ну так или иначе, я делал про них уже. Уже они у нас на канале появлялись. Сергиев посадские договорники, так, не поймешь, о чем. Если мне присылаете ссылку, надо хотя бы описание, что там такое. Так, что это такое? А, прикол, ну, не думаю, что мне это интересно. Так, заиграл гимн, прекрасно. О, господи, ну вот парламент Германии. Вы хотите, чтобы я рассказывал про парламент Германии? Ну зачем? Не
Нет, насчет школьных оценок, знаете, какая должна быть система, дорогие друзья? Насчет школьных оценок система должна быть примерно такая. Вся программа разделяется на блоки. Например, уметь решать вот такие задачи, такие задачи, такие. Вот человек учится четверть, и он знает, что за четверть ему нужно освоить вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 блоков информации. Ну, например, по химии выучить такие-то, такие-то законы, выучить столько-то там информации про химические элементы, научиться писать такие-то типы химических реакций. Без разницы, болел человек, не болел, он должен напротив каждого информационного блока иметь плюсик, что он это знает. Знает. Ну и, например, должно быть правило, что там не больше одной темы можно пропустить, то есть она может быть не освоена. Соответственно, если человек не может решить пример, пусть идет куда угодно, на дополнительные занятия, к репетитору, или чтобы родители с ним занимались, или... Вот мы должны следить за тем, чтобы у учащихся, у обучающихся, у студентов в голове оставалась определенная информация. Мы должны оценивать, она осталась в голове или не осталась в голове. А уж насколько хорошо, в этом на самом деле смысла нету. Пятерки, четверки, тройки, двойки, они имеют мало смысла, потому что ты можешь сейчас вызубрил, рассказал, но уже через неделю ты это очень легко и просто все забудешь, просто в силу памяти. Спасибо Эмиру за активность, это наш очень хороший преданный подписчик, и дай ему Бог доброго здоровья. Так, три монашки на пляжу смиренно загорали, Господи, вот зачем мне это? Веселая Библия, замечательно. Мне это зачем? Для меня вот это работа. Так, непонятно, шутка над реальностью или стём над будущим. Да, это этот, рязанский киберпанк. Класс, классный ролик. YouTube слушаю фоном. Вчера... А, что типа... Я не понял. Значит, кого сильно напрягает реклама, нужен YouTube премиум. YouTube премиум. Единственный выход. YouTube премиум, товарищи. Он полностью отключает рекламу, где бы вы ни были, в телефоне или на компьютере. Сколько-то он стоит, там рублей 100 в месяц. Я тоже работаю в образовании, многие вещи категорически не приемлю. Очень нужен маленькую школу, нагрузка. Так я же ж, где же ж? Где же что ж я его возьму? Если нас сейчас вдруг смотрят учитель математики и информатики в маленькую школу в Ханты-Мансийском районе, милости просим. Вам предоставляют жилье и будет зарплата от 40 тысяч рублей. Писать Елене Барановска. Елена Барановска. Вот, друзья, полчаса я не разобрал даже сообщения все. Я разобрал чуть больше половины сообщений. Это информация для тех, кто рассказывает там, кто мне, в общем, присылает всякую чепуху. И, во-вторых, это информация для тех, кто не верит, что я сам смотрю эти сообщения. Я очень быстро читаю, у меня уже наметан глаз, я могу быстро оценить, что интересно, что неинтересно, что является просто какой-то бредом, провокацией, каким-то конспирологией лютой про рептилоидов и все остальное, про масонский, жидомасонский заговор. Но я делаю это сам. На связи, лайки, репосты, комментарии, как всегда, приветствуются. Спасибо, друзья, до новых встреч, пока.